Псалом 69, начальнику хора, псалом Давида, в воспоминание. «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне, да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне: хорошо, хорошо. Да возрадуются и возвеселятся о тебе все, ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Бог. Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне, ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли».